День добрых дел. Мама Ромы долго не верила, что с ее ребенком что-то не так. Но не может такой замечательный малыш быть чем-то болен. А то, что ведет себя как-то странно и не говорит даже в 4 года, подумаешь, мальчишки всегда медленнее развиваются. Поэтому диагноз «аутизм» прозвучал для семьи как гром среди ясного неба. Но медленно приходило понимание. Да, к сожалению, это так. От аутизма невозможно отмахнуться, особенно когда любимый сын часами кричит и бегает кругами по комнате, а ты ничем не можешь ему помочь. Аутизм – это не когда ребенок не хочет общаться, когда он физически не может этого сделать из-за особенностей своей психики. И именно из-за этого кричит, бегает, ведет себя не как все дети. У него просто нет выхода. Но на самом деле выход есть. Нужно просто научить его выражать свои мысли и чувства иначе. В Центре поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра» ребят, которые пока не могут говорить, обучают другим, альтернативным методам общения. Например, обмену карточками с изображениями или специальному языку жестов. Да, ребенок, который вместо слов протягивает карточку или жестикулирует, выглядит необычно, но лучше пусть он общается так, чем не общается вообще. Когда мама показала Роме первые карточки, она, конечно, надеялась, что сын поймет и примет этот способ разговора. Какой же была ее радость, когда Рома стал активно пользоваться большим количеством карточек и выяснилось, что на завтрак он любит есть суп, а после обеда принимать душ. И он сумел рассказать ей еще о многом, о чем они с папой и понятия не имели. Это необыкновенное счастье после 6 лет молчания услышать своего ребенка. Теперь Роме нужно развиваться дальше, пополнять словарный запас, выстраивать из слов карточек и из слов жестов фразы и предложения, чтобы его речь могли понимать не только мама с папой, но и все окружающие. К сожалению, без нашей помощи Роме не справится. Один учебный год работы Центра «Дорогу и добра» стоит 3 миллиона рублей. Сюда входит оплата содержания помещения, заработная плата педагогов, закупка необходимых развивающих пособий, специальных тренажеров, материалов для занятий. Давайте вместе поможем центру собрать 10-ю часть необходимой суммы – 300 тысяч рублей. И тогда Рома и другие особые ребята, которые занимаются в центре, смогут научиться говорить, читать и считать, посещать детский сад, а потом и школу. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100» и обязательно не забудьте подтвердить платеж. Сервис доступен для операторов МТС, Мегафон и Билайн. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.